В новом году в новый дом. В Ярославле прошли первые тренировки по спортивной гимнастике после переезда. Воспитанники спортшколы Олимпийского резерва номер 15 опробовали новые залы на улице Республиканской. Здесь, отмечают тренеры, спортсмены будут заниматься в максимально комфортных условиях. Любой переезд, как вы знаете, да, любое новоселье, оно требует настройки. Даже когда там переезжаем в новую квартиру или в новый дом, всегда есть какие-то моменты, когда надо что-то еще повесить, что-то укрепить. Спортивная гимнастика – это тяжелейший труд. И чтобы довести до идеала это помещение, мы приложим все усилия. Расписание спортивной школы очень удачно совпало с нашим расписанием, поэтому никаких особых проблем при стыковке расписания не было. Еще порядка 10 снарядов появится в зале, но сейчас уже есть полный комплект, который требуется согласно стандартам спортивной подготовки по виду спорта, спортивная гимнастика, плюс монтировано все оборудование спортивной школы номер 15, которая находилась в их предыдущем зале. Напомню, что скандал вокруг переезда спортшколы разогрелся в конце ноября прошлого года. Тогда тренеры и воспитанники были против того, чтобы уезжать из здания на Свердлова, но все решил ежегодный аукцион. Сейчас в спортшколе на отделении спортивной гимнастики занимается около 400 человек. Отмечу, что уже в феврале нашей женской сборной предстоит выступить на первенстве ЦФО, к которому, по словам тренеров, команда будет полностью готова. У нас достаточно сильные девчонки, которые работают. Я думаю, за этот период они пройдут хорошую адаптацию и подготовку, и хорошо защищают наш город.